Вместе с потеплением пришел ветер. МЧС области со ссылкой на синоптиков сообщает, что уже сегодня его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Ветреная погода может сохраниться ночью и во вторник утром. Спасатели предупреждают, неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций. Возможны перебои в электроснабжении населенных пунктов, обрушение слабоукрепленных рекламных конструкций, падение старых деревьев. МЧС призывает к осторожности. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует звонить на 01 с городского телефона или на 101 и 112 с мобильного.